Девчонки, всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Продолжаем разговор о неизвестных доселе, мне неизвестных косметических брендах, которые вошли в мою жизнь за последнее время. И сейчас мы поговорим о компании, которая называется, ну вот так, New Ways, мне кажется, она называется. Девчонки, дело было так. Под Новый год мы встретились с моей подружкой, которая обычно пользуется уходовой косметикой таких марок, как La Prairie, La Mer. А вот она мне подарила целый пакет непонятно чего. Ну, мне непонятно чего. Я ей говорю: «Алена, ты что такое?» А она говорит: «Ой, ты что, Вероник, такая хорошая марка, такая замечательная, все ингредиенты в этой косметике такие натуральные, и один крем», вот она мне его положила тоже. Она говорит: «У меня там были проблемы с глазами, с кожей, в общем, я использовала его в качестве крема для век, и он решил все проблемы там с сухостью век, с сухостью кожи, со всякими раздражениями, воспалениями на коже, в общем, это разве что не панацея и практически равно моему любимому крему De La Mer». Ну, я была очень рада такому событию на мою голову, и я с удовольствием тестирую эти продукты уже 4 месяца. Я думаю, что мое мнение будет более чем объективным за 4 месяца, но относительно моего типа кожи сейчас нормальная, зимой абсолютно точно была сухая. Итак, пару слов о компании New Ways, если вам интересно. Это американский бренд, и он производит абсолютно все в отрасли бытовая химия. Начиная от БАДов, заканчивая там пятновыводителями, и не минует уходовую косметику, и не минует декоративную косметику. У них есть даже тушь, я посмотрела на сайте. Я не совсем поняла, как распространяется эта косметика, потому что я не поняла, каталожная ли она, или можно сделать заказ на сайте, но это абсолютно точно вот такая какая-то сетевая пирамида или что-то. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Основная концепция компании – разрабатывать только те средства, в составе которых нет ни одного, даже потенциально опасного для здоровья человека и окружающей среды вещества. В основе работы компании New Ways с продукцией по уходу за кожей лежит принцип гармоничного альянса современных технологий с естественными плодами созидания природы. Вот так это все красиво, высокопарно, и будем надеяться, что действительно это так. Мне досталось 5 продуктов для того, чтобы попробовать, и сейчас я вам расскажу по порядку о каждом из них. Я думаю, что стоит начать с самого интересного и, как я поняла, самого легендарного уходового продукта этой компании. Он вот так выглядит, и он называется Tender Care. Это Hand and Body Lotion. Я вам прочитаю, что говорится о нем на сайте компании. Универсальный увлажняющий и питательный лосьон для рук, тела и лица, подходящий для всех типов кожи, в том числе и для ухода за чувствительной кожей. Быстро впитывается, не оставляя следов жирности. Хорошо смягчает и увлажняет кожу, помогает устранять воспаление благодаря маслам сладкого миндаля, коричневого шиповника, гидролизованному лецитину, витаминам Е и А, ускоряют регенерацию кожи при ее повреждениях. Легкая текстура лосьона позволяет быстро наносить его на все тело. Tender Care – это нежная забота о коже. 591 рубль за 125 мл на официальном, кажется, сайте. Девчонки, что касается нежной структуры лосьона, я сейчас вам покажу, но это совсем не боди-лосьон, это прям-таки жирный такой крем. Но он действительно очень легкий и хорошо, приятно впитывается. Он мне страшно понравился на все тело его наносить. Он очень хорошо действительно увлажняет кожу, но это увлажнение недолгоиграющее, это увлажнение вот на час, и потом нужно повторять нанесение. Именно этот крем моя подружка рекомендовала мне использовать как крем для лица и как крем на веки. Я не знаю, может быть, зимой моя кожа была какой-то суперчувствительной, но я вам абсолютно честно могу сказать, что наносить его на все лицо мне реально щипит. У меня такое ощущение, что здесь в составе, я сейчас пытаюсь так вот найти состав, что здесь в составе масла, ну, нету масел на первых местах, да, чтобы масла были очень активные. Так вот, у меня такое ощущение, что я прямо как будто добавила эфирные масла в состав этого продукта, и они мне страшно щипят кожу. Возможно, они работают, действительно, заживляют, но мне они ужасно щипят кожу. Потом я уже подумала о том, что, может быть, из-за того, что кожа была сухая, да, и она же как бы, ну, на микроуровне она растресканная, возможно, он просто таким образом лечил мою кожу, но это действительно больно, и это действительно щипит. Практически всю упаковку 125 как раз миллилитров у меня было, я использовала до этого момента, но в основном, скажу честно, я использовала его как боди-лосьон, в частности, как лосьон для рук. Он мне очень сильно подошел и понравился. Не могу сказать, что
что именно этот продукт стоит своих денег. Но, возможно, у таких людей, как моя подружка, преподнесшая мне этот подарок, он решил какие-то действительно проблемы, какие-то серьезные вопросы, и тогда, может быть, да, но нет. У меня никаких серьезных проблем он не решил. Следующий крем, который произвел на меня большее впечатление, называется крем-барьер. И это защитный крем. Прочитаю, что о нем сказано на сайте. Это защитный продукт, подходящий для всех типов кожи. Он защищает вас, создавая прочный водостойкий барьер между кожей и окружающей средой. В составе этого лосьона инновационные защитные компоненты, которые фактически позволяют коже дышать естественно и не нарушают ее выделительные функции. Крем-барьер эффективно увлажняет, предотвращает обезвоживание кожи, не создавая ощущения жирности. Крем станет надежным помощником как в быту, так и в профессиональной деятельности, когда необходимо усилить защиту кожи. Ну нет у меня профессиональной деятельности, когда нужно усилить защиту кожи. Посуду я мою в перчатках или в посудомоечной машине, поэтому единственный вариант, где мне можно было применить этот крем-барьер, это когда я зимой выходила на улицу, потому что реально было несколько очень сильно холодных дней, даже после Нового года. Девчонки, мне кажется, что он сыграл свою роль, и у меня реально меньше стало неприятных ощущений. Я не могу сказать, что кожа стала меньше шелушиться, потому что я все время использовала Ламер, от Ламера она и так не шелушится. Но неприятных ощущений стало меньше. Непосредственно перед выходом на мороз, конечно же, я этот крем не наносила, но, наверное, за час до выхода на мороз, и, возможно, это самовнушение, а, возможно, этот крем действительно работал. Опять сейчас хочу посмотреть состав, не могу посмотреть, очень мелко написано, но не вижу я, чтобы вот в начале, в самом составе были какие-то масла. В отличие от первого крема, он не щиплет кожу, и вообще он такой очень мягкий и нежный. И вот как раз здесь, ой, вот здесь текстура реально такого бодилосьона. Он прямо очень-очень жидкий, очень, и несмотря на это, он медленнее впитывается, чем первый крем, который я вам показала. И, девчонки, забыла сказать, что этот крем стоит 274 рубля за 50 мл. Вот здесь как раз 50 мл. Я хочу сказать, что как увлажняющий продукт, он мне очень и очень понравился, и своей текстурой, и тем, как он впитывается, и тем, как он увлажняет, здесь я ему могу поставить 5 из 5 баллов. Итак, следующий продукт – это вот такая вот пена для ванны. Она вот так называется, и что я вам про нее могу прочитать. Когда вам требуется расслабиться, снять умственное и мышечное напряжение, примите горячую ванну с пеной, она мягко очистит и смягчит вашу кожу, а экстракты таволги, ромашки и хмеля помогут успокоиться и улучшат вам настроение. Через кожу в виде раствора и через дыхательные пути, как ароматерапия. Ванна с этой пеной гармонизирует, успокаивает и нормализует сон. 420 рублей... за 250 мл. Ну, девчонки, как ароматерапия, я понимаю. Кстати, нету такого настойчивого какого-то аромата, который бьет вам в нос, когда вы лежите в ванной, и он не очень активный, этот аромат. Но как пена, или почему они назвали пеной, я не знаю. Мне кажется, что это просто ванна с аромамаслами, в составе всякие разные экстракты и... Опять-таки, непосредственно масел в составе чего-то я не вижу. И очень приятный аромат, но, к сожалению, пены он не дает. Так, вообще-то, продукт мне понравился, но я считаю, что разумнее в качестве ароматерапии использовать, конечно же, непосредственно сами эфирные масла. Вы можете добавить то, что вы хотите в свою ванну, но если вы не имеете в составе эфирных масел, то вполне можно применять вот такое вот что-то. Релакс. Продукт очень классный именно для релакса. Следующее – это вот такое туалетное мыло. Промыла я даже ничего не нашла на этом сайте, кроме того, что она стоит 250 рублей за кусочек. Девчонки, я его открыла, но не использовала. Я его понюхала, он аромат эфирных масел, такой настойчивый аромат эфирных масел. Также я вижу, что в составе есть какие-то мельчайшие частички, то есть... Я думаю, что это скрабирующие частички. Если честно, я обязательно при случае использую это мыло. Просто сейчас так сложилось, что я занимаюсь мыловарением сама, а если я просто прихожу с улицы, мою руки, то, как правило, использую жидкое мыло. Обязательно использую при случае этот кусочек мыла. Я уверена, что в нем есть что-то полезное, раз оно стоит 250 рублей, но... Опять же, вижу резонным сварить мыло самой и знать, что именно там в составе, и подбирать под решение каких-то своих определенных проблем мыло, которое я сварила.
Поэтому так. Но аромат эфирных масел, знаете, его никак не синтезируешь. Я сейчас варю мыло, и я понимаю. То есть состав реально натуральный. Вот здесь я, кстати, вижу эфирные масла в составе. На четвертом месте. Приятно. И последний продукт, о котором я расскажу, он мне понравился больше всего. Я вам скажу больше, он спас меня, когда я была в Египте недавно. Это вот такой вот, я вам, кстати, там его показывала. Summer Care, он так и называется. Липсьютикл, наверное, да? В общем-то, это защитный бальзамчик для губ. И в нем даже есть SPF фактор 10. Натуральный Nature Botanical. А, Nature Botanical Protector. Замечательно. Натуральная защита для губ. О нем на сайте я узнала, что этот нежный водостойкий бальзам для губ ухаживает и защищает ваши губы от агрессивных факторов внешней среды. Превосходно смягчает и увлажняет кожу губ, предупреждает ее шелушение, обветривание и растрескивание. Обладает солнцезащитным фактором SPF 10, защищающим губы от вредоносного спектра солнечных лучей, а ингредиенты с противовоспалительными свойствами способствуют быстрому заживлению трещин и царапин. Вот это, кстати, не пустые слова, сейчас я вам расскажу. Ценные растительные масла австралийского ореха, жожоба, ши, абрикоса, соединенные с экстрактом алоэ вера, сандала обеспечивают кожу питательными и структурными веществами. Все эти масла действительно есть в составе этого бальзама, я здесь читала. Все, как всегда, очень мелко, но предварительно я изучила. Девчонки, я взяла этот бальзамчик с собой на юг недавно, и когда мы прилетели, в Египте очень сильный ветер дует. Я, кстати, не знаю, всегда это или только зимой, потому что кроме зимы никогда в Египет я не приезжаю, мне кажется. Там и зимой это жарко, а летом там вообще, наверное, невозможно находиться. Кто-нибудь был в Египте летом вообще? Очень интересно, расскажите мне. Вот, и мы сошли с самолета, дул ветер сильный, пока заселялись в отель, там дул ветер, по отелю прошлись, дул ветер. В общем, по каким-то причинам первый день я вообще ничего не наносила на свои губы в Египте, и в итоге к концу первого дня у меня просто растрескались все губы полностью. Это был прискорбный факт. И тогда, на второй день, я стала использовать вот этот вот липсьютикл, и вы не поверите, он мне реально вылечил губы, при этом я не повторяла его в течение дня, и он оставался на моих губах, несмотря на то, что я там купалась в бассейне, даже в море один раз сходила. Ну вот, только что мы с вами вместе прочитали, что этот бальзам водостойкий, хотя я этого не знала. Что касается текстуры, то она вот, ну вот, вот такая она, густая. И вот такой колпачочек. Мне кажется, что такой колпачочек, это очень удобно гигиенично. Вот протер, может быть, даже спиртом, и как бы все хорошо. Вот, девчонки, что касается этого бальзама, то вот такой маленький, и он стоит 200 рублей. Мне кажется, что это самый адекватный продукт, который и стоит своих денег, и при этом приносит просто замечательные результаты, имеет в себе SPF. В общем, я очень рада, что наступает лето, а у меня уже в арсенале есть такой замечательный летний губозащищающий продукт. Все, девчонки, спасибо, что смотрели меня. Если вас заинтересовали эти продукты, то посмотрите в интернете, как их купить, я так и не поняла. И все. Целую, обнимаю, хорошего дня. Пока.